Микроволновая печь с регулируемой мощностью и функцией разморозки. Распакуем микроволновую печь Samsung. Модель MS23K3614AW. В комплекте с устройством идет роликовая подставка, вращающийся поддон и документация пользователя. Микроволновка выполнена в черно-белом металлическом корпусе. Объем печи 23 литра. Дверца устройства открывается с помощью накладной ручки. Внутри камера покрыта биокерамической эмалью и оснащена подсветкой. Эмаль легко почистить и сложно поцарапать. Она не подвержена коррозии и имеет антибактериальные свойства. Справа на передней панели расположен дисплей и два переключателя. Первый позволяет задать время и вес блюда. Второй регулирует мощность приготовления. Всего здесь 7 уровней мощности от 100 до 800 Вт, один из которых подойдет для разморозки продуктов. Поскольку кнопки «Старт» у устройства нет, печь запустится сразу после выбора времени и мощности. По окончании работы устройство издаст несколько звуковых сигналов. Микроволновка получила систему тройного распределения волн. Она позволяет прогреть блюдо равномерно со всех сторон. Что в итоге? Это довольно простая, качественная микроволновка в минималистичном исполнении. Она имеет регулируемую мощность, понятное управление и простой уход.